На одного безработного в центре занятости приходится 5 вакансий. Вот и сегодня свободные рабочие места представили 28 работодателей. Ищут и медсестер, и пекарей, и официантов, и специалистов офиса. Всего около 300 вакансий. Помимо этого, все присутствующие на ярмарке вакансии могут обратиться к специалистам трудовой инспекции, к специалистам охраны труда, получить консультации в данной отрасли. Помимо этого, у нас открылся консультационный пункт по вопросам касаемо граждан предпенсионного возраста. Все желающие также могут обратиться к нашему специалисту, который ответит на любые вопросы. Тем, кто не успел сегодня определиться с будущей работой, отчаиваться не стоит. Следующая ярмарка вакансий состоится в рамках краевой акции «Планета ресурсов» 20 сентября.